мечта 2 лет сбылась. Мы на зеленке. Существует легенда, что если ты никогда не был на зеленой Одиссее, значит, ты не настоящий студент аграрного университета. А вот эти ребята точно настоящие студенты, потому что спустя 2 года мы наконец-то вернулись на нашу любимую базу университета для того, чтобы провести праздник физкультуры и отдыха «Зеленая Одиссея 2021». В этом году она посвящена 70-летию нашего любимого университета. От чего пьян. Всегда куда-то спешим, не сердца, а машины. Мой рабочий день пошел под день, но в общем все равно мне хватит мысли одной. Сегодня мой выходной, и я бы потерял контроль. Контроль мой на ноле, ждать не стоит, кажется, мечту узнал. Едем на озеро, так нет. От чего пьян. За что ты отвечаешь своей команде? Отвечаю за атмосферу, за дружескую атмосферу, чтобы все между собой объединились. И это был один дружный факультет. Первый, второй, третий, пятый курс. У нас это, в принципе, команда. Хотим просто отдохнуть вместе. Я отвечаю за это все. Потом возникла ночь, когда глазами не сомкнул. Да, сперва явился день, когда проснулся круг. Потом возникла ночь, когда глазами не сомкнул. Вот наше время, грусть, тоска, доска. Это лучшее мероприятие во всем университете. И не только в нашем университете, но и в области, в республике.